После того, как недавно мы созвали Одесскую антикоррупционную инициативу, на нас обрушился премьер-министр Яценюк, его приспешники во власти, а также украинский олигархат. Действуют по принципу: они берут, они крадут, но если кто-то против этого возражает, то их надо обгадить, всякую грязь на них вылить, и тогда люди, народ не может, во что не будет верить, и они могут дальше продолжать спокойно гать, разрушать страну и воровать. Но, я думаю, этому между собойчику, этому договорняку, который они продолжают в эти дни, когда они хотят договориться за спиной народа и опять провести, поменять чуть-чуть министра, переставить стулья, но продолжать то, что они делали, убивать экономику, загонять ее в тень и забирать деньги у каждого украинца, я думаю, этому всему приходит конец. 23 декабря мы собираемся на левом берегу Киева, в Международном выставочном центре. Уже тысячи и тысячи наших соотечественников зарегистрировались на этот форум. Там будет очень много очень серьезных деятелей со всех сфер жизни Украины. И мы будем говорить о том, о будущем, о новых правилах, об очищении страны, о том, что нужно менять всю сложившуюся ситуацию, очищать строительное поле, площадку для созидания, для строительства новой, потрясающей, великой Украины. Мы всех вас ждем. 23 декабря, 5 часов вечера. И мы вместе пойдем в это путешествие. Небольшое селфи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.